Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Значит, сегодня я утром записала видеообзор по такой вот монете Litecoin. Вот у меня на канале, вот мое видео 5 часов назад. Здесь у меня краткий обзор, кому интересно, посмотрите. Ну и, естественно, я оставлю видео под... это видео оставлю в описании. Значит, у меня сейчас на балансе 56 монет. Так, здесь, как я говорила, минималки на вывод нет. И у меня сегодня будет, я хочу сделать пробный вывод этой монеты на биржу Litecoin. Так, значит, у меня что? Так, мое видео «История» нажимаю. И в «Истории» отображаются мои видео. Очень прикольно. Даже интересно. Вот мои видео. Я вот... вот как бы, да, вот монетки. 10 монеток дали. 8, 10. Так, моя рекламка. Сейчас, секундочку. Вот я начала как бы заниматься этой монетой. Давайте перейдем на биржу. Я ссылочку, у кого нет на биржу, оставлю под видео. Значит, так вот она выглядит. Очень хорошая биржа. Одна из моих любимых. Нажимаем вкладочку «Баланс». Здесь очень много монеток. Значит, можно как бы... вот, скрыть нулю. Ну, я сейчас их открыла, а так у меня опускаю сейчас в самый низ. Будем искать монетку. Litecoin. Так, сейчас. Здесь очень много монет этих. Всевозможных. Сейчас найдем эту монетку. Litecoin. Вот монетка Litecoin. ЛКЕ. Так. Значит, что мы делаем? Вот пополнение. Нажимаю пополнение. И открывается адрес нот. Как бы этой монеты. Я копирую. Адрес скопирован. Возвращаюсь на биржу. Нажимаю отправить монеты. Значит, получатель. Вставляю свой адрес, который я скопировала на биржу. Так. И вставляю сумму. Значит, что у меня там? 56.223. Так. Комментарий не обязательно. Нажимаю «Отправить». Так, монеты успешно отправлены. Это транзакция. Как бы тоже можно нажать. Монетки уже должны быть на бирже, по идее. Вот. Транзакция моя. Переходим на биржу. Так, это я закрываю. Поднимаюсь опять вверх. Так, сейчас я поднимусь вверх. Значит, история транзакций. Так, и. Где мне посмотреть? Значит, поставила я свое видео на паузу и подождала где-то минут 30. Монетка моя поступила на биржу. Переходим на биржу. Раздел «Баланс». Так. Так. Скрыть нулевые балансы. И вот моя монетка. Litecoin. Вот 56.223 монеты. Вот они. И с чем они торгуются? Их здесь можно обменять на фиатные деньги, ну или на другую какую-либо криптовалюту. Торгуются с биткоином, USD, с Ethereum и рублями.
Давайте, например, ну что тут? ДТЦ сейчас нас перебросит. Когда у нас будет достаточно, у меня сумма, этого, конечно, мало. 10 тысяч минималка биткоин, ой, сатошиков, тогда я смогу как бы обменять. Вот у меня 56, это монеток, это 113 сатошиков. Согласитесь, это неплохо. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Как бы минималки нет. Кому интересно, пользуйтесь. А если у кого-то есть такая монетка, пишите мне в комментариях. Как бы взаимопомощь, я зайду, поставлю вам под видео лайк, чтобы вам как бы был зачет монетка. Ну, надеюсь, на взаимность. Всем удачи, больших заработков. Буду мониторить, продолжать эту монету. Очень интересно и занимательно за ней наблюдать. До новых встреч!